Марина Верета, родом из Чугуева, из семьи военного, по образованию режиссер. В свое время руководила любительским театром, работала на телевидении и радио. Позже получила второе образование – психолога. Мать двоих взрослых детей всегда писала стихи о любви. Говорит, это самое главное в жизни человека. Как-то один раз услышала я стихи о любви. О, любовь-морковь, понимаете? А вот как бы, да, это настолько цинично, это настолько неуважительно к этому чувству, а ведь оно, мне кажется, одно из главенствующих вообще в человеке. Сейчас Марина готовится к выступлению. Как всегда, сильно волнуется. Костюмы придумывает сама, рисует эскизы. В момент выступления, рассказывает, вживается в образы своих персонажей. Уверена, так люди лучше воспринимают поэзию. Ты песнь моя неспетая, ты муза предрассветная. Как жить с тобой, не знаю, в разлуке не получится. Ты радость и печаль моя, ты божество и мука. Это творческий вечер Марины. Программа называется «Секс и лирика». Здесь поэтесса использует много костюмов, спецэффекты, музыку и разнообразные атрибуты. Неординарная внешность, одежда и игра на сцене давно уже полюбились многим ее слушателям. Она, конечно, человек очень неординарный. То есть я не перестаю удивляться. Конечно, женское обаяние, чувственность, и она декламирует стихи. Вот манера ее прочтения, конечно, на сцене. Мурашки по коже идут. Среди зрителей есть и давние поклонники творчества поэтессы, и те, кто впервые сюда заглянул. Послушать Марину пришли и коллеги. Я психотерапевт, поэтому я слушаю не только как женщина, но и как психотерапевт. Мне хочется иметь все стихи, чтобы поставить каким-то людям, которые потеряли веру в любовь. Публика очень тепло принимает поэтессу и лирические стихи. Выступлением Марина осталась довольна. Уже в ближайшие дни поэтесса собирается уехать на гастроли в Крым и Москву. Стихи уже читала во многих уголках Украины, России и Эстонии. Я рада, я счастлива, что я дала частичку своей души, частичку своего творчества. Юлия Довгопола, Юлия Черная, Виталий Осьмачко, медиагруппа «Объектив».